Одна из прохожих, Татьяна Орлова, призналась, что от реконструкции она не в восторге. По ее словам, во время работы испортили облицовку памятника, площадь без деревьев выглядит пусто, и качество укладки брусчатки оставляет желать лучшего. Во-первых, она волнами положена, а во-вторых, она неровная. Стоять там и идти там очень неудобно, зазор между ними очень большой. Архитектор Илья Стюхин рассказал, что работы по реконструкции еще не окончены. В планах озеленение территории рядом с памятником и доработка инсталляции. Здесь действительно требуются некоторые работы по очистке инсталляции от песка. И несколько лучше ее необходимо утрамбовать, потому что действительно сроки сдачи были невероятно сжатые. И в принципе то, что было сделано, это, наверное, было максимум, что было возможно за это время. По словам архитектора, на брусчатке установят таблички с названиями улиц и площадей, после чего карта города будет хорошо прослеживаться. Улицы Старой Рязани можно увидеть и сейчас. Для этого необходимо встать на участок инсталляции, который изображает площадь Ленина. Когда мы находимся здесь, мы смотрим на памятник и видим, что прямо у нас идет улица Почтовая. То есть вот она, вот эта вот темная полоса. Направо у нас уходит улица Горького, она же Мясницкая, историческое название улицы. И в эту сторону, в этом направлении мы видим улицу Соборную, которая со временем у нас переходит в Кремль. И там тоже будут смонтированы вот эти вот таблички, которые будут обозначать реку Трубеж, те улицы, которые там были расположены. Многих жителей нашего города особенно возмутила вырубка лип. Первоначально в проекте планировалось сохранение 4 деревьев, которые находились за памятником. Но после проведения работ по реконструкции спасти их не удалось. Были ли тому виной нарушения со стороны рабочих или другие факторы, неизвестно. Сейчас инициативу о высадке новых деревьев рассматривают. Несмотря на то, что в социальных сетях многие рязанцы раскритиковали новый облик площади, большинство горожан изменениями все-таки довольны. Брусчатка классная, очень-очень красиво, стильно. Да, очень здорово. Очень красиво, все удобно стало. Пешеходная зона есть, это отлично. По-моему, все хорошо. И движение, главное, удобнее стало автомобильное. На сегодняшний день практически завершен лишь первый этап реконструкции. В скором времени на площади будут установлены дорожные знаки, посажены кустарники и сделан газон. В этом году также планируется благоустроить скверы рядом с торговыми рядами. Поэтому судить о том, насколько качественно были выполнены работы по реконструкции, стоит только после их полного завершения. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».